Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова мы, но немножко в новом составе. В общем-то, Артур, поздоровайся. И мой друг хороший Максим. Всем здрасте. Да, и мы тоже. Неплохой. Вот, в общем-то, вы его, может быть, некоторые даже знаете. В общем, мы несколько забегов мультиплеерных делали с ним, по-моему, по медали за отвагу. Что-то по Mass Effect там еще что-то, да? Ну, поищите на канале, узнаете. Вот. Короче, что, мы начинаем новое прохождение, которое будет посвящено игре Aliens Colonial Marines. Да, говорят, здесь... что она не очень. Ну, я ее побегал полчаса, я знаю, что она не очень, как бы. Ну, я вот не запускал еще ни разу, и, блин, я так сильно ждал эту игру, и я не знаю, почему. Почему они так поступили. Дело в том, что здесь собрались одни... фанаты этой вселенной. Я сегодня вообще, мы сегодня с Дашей посмотрели вторые «Чужие», третьи «Чужие», четвертые «Чужие» сегодня, чтобы быть подготовленными. Короче говоря, охота понять маленький сюжет, но я вас сразу предупреждаю, что тут будет много ржачи просто, потому что все тупо. Ну, конечно, да, мы планировали, может, как-то атмосферное прохождение делать, но, судя по игре, не факт. Ну, посмотрим. Судя по составу. Окей, ну что, давайте. Ну, давайте, начинать, да, там посмотрим уже, как получится. Сигнал беса, я так понимаю, первая миссия. Просто здесь такие фанаты, что не пройти мы ее не могли. Вот. Заодно там, может быть, кто-то сам не захочет посмотреть и с нами посидит. Мало ли что. Окей. Да, все-таки в кооперативе, может, не интереснее будет играть, чем... В кооперативе во все интереснее играть. Да, и мы даже прошли Operation Raccoon City вдвоем, и ничего, нормально. Капрал Дуэн Хиггс, Тим-04-04-82159. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулак. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хиггс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Окей, то есть мы начинаем сразу после второй части фильма. То есть то, что там в третьем произошло, советуют не учитывать? Ну там на Фуриону они полетели, упали, все дела там. Может, как-то по концовке это будет. Судя по всему, они просто улетели, а сюда спасательная. Может, это между просто, ну, типа, посмотрим сейчас. Вполне возможно. Просто Хиггсон как лег, так и не проснулся. Ну да. Майкл Биен. Кстати, его внешность тут, похоже, не лицензировали, потому что на него персонаж вообще не похож был. Не знаю, лицензировали тут вообще что-нибудь. Сейчас мы узнаем. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Окей. Дерек Филлипс. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. Бишоп. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть. Мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Он с Хендриксом? У них свой бишоп. И Майкл Биен. Все-таки Майкл Биен все-таки озвучивает, я так понимаю. Да, как минимум. Как и Лэнс Хендриксон. Это уже хорошо, но мы этого не услышим, потому что русская озвучка. Да. У меня английская. Счастливый человек. На борту Сифоры. Нас люди смотрят. Некоторые с мобильных телефонов, так что субтитры даже не увидят. Так что русская озвучка, я думаю, оптимально будет. Я их не включил, субтитры, поэтому мне проще. Ну да. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина 2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо, давай догоняй 2-1. Не, ну то есть, видите, здесь все прям сделано именно как в фильме. Ну да. Вообще, пока все нравится. Что там было? Мы обосрались. Ну ладно. Пока все нравится. Дамочки на борту корабля колониальной морской пехоты США Сифора. Внимание! Прямо сейчас Рино 2-1 и Рино 2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри 161. Как корабль оказался у этой планеты? Вот. Лейтенант Рид, спасибо, что перебили.
Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! То есть спасательную капсулу скинула вниз, на планету, на корабль. А Сулак остался на орбите, да. Слушай сюда, мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рино 2-1. Двигаюсь в их направлении. Такой большой ролик. Ну да. Так, окей. Оружие звучит именно так, как в фильме. Такой полуреактивный и звук. И оружие, и звуки в меню даже вот сделали такие да, же. Да-да-да, все очень круто. Но, кстати так, говоря, у меня на пушке, я уже включил там в менюшках, у меня климаторный прицел. Ужасно. Видите, Артур, как... ты играешь за женщину. Я играю за женщину. В бандане. Клёво. Это прекрасно. Будет хоть на кого смотреть в этой игре. Отлично. Ну что, осваивайтесь с управлением. Мы все играем на геймпадах, поэтому... Поэтому это будет возможно, упорото. Кто-то будет косить. Упорото. Например, я. Я. Например, все. Окей. Ну, не знаю, у меня была только что практика в виде рича, так что, не знаю, я справлюсь. Хорошо, давайте двигаться. Спокойно. Внешняя дверь заперта. Нужно подождать, видимо, всех. Это шлюз. Герметизация, короче. А вот и шлюз. Сулака, корабль из детства. USS Sulaco. Кстати говоря, Джеймс Кэмерон сказал, что хотел сделать его именно похожим на орудие, на винтовку какую-то. Да-да-да, ну, да, это я такое помню даже. Окей. Так, и у нас довольно серьезный стихо. Получи. Как это произошло? Так что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Не надо. Взрыв на Сулако! Давление падает! Это кошки-то трескаются. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? На соплях. Рейдер, по форме. 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, мы отрубим эту штуку. Давайте, парни, поспешать. Сулако. Потому что сейчас тут будет космос. Открытый. Да. Окей. Ну, короче, что... Тут весело. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель. Это весело тут. Действуйте самостоятельно по обстановке. Нормально. А что произошло-то? Это взрыв какой-то был? Ну да. Типа разгерматизация. Откуда такая, не совсем понятно. Так, датчик движения левым бампером. Окей. Не получается. Ну, да. А бампер его? Левым бампером, да. А я путаю с триггером. Кстати, датчик движения очень круто сделан. Угу. Но, на мой взгляд, в Alien vs Predator 2 был сделан гораздо круче. Не, ну тут он как... Ну да, линрарный такой. Вполне себе неплохой. Поведайте мне, как оружие менять? Движение неопознанных объектов. Оружие треугольником. Ой, то есть кнопка Y. Напали. Окей, о, дробовичок даже что есть. Что самое забавное, перед тем, как взорвался корабль, я достал гранату. Да, я тоже только что достал. Ну так, чтобы уже... Ну и вот тот самый шлюз. Я следую по направлению в 2-3. Да, где был Final Battle. Помни, что я говорил насчет героя. С королевой, да? Да, вон смотрите, Бишоп лежит. Тут по палубе. Где? Буквально размазанная половина неопознанного андроида. Которая это Бишоп. Вы говорите на точность. Но это не знают. Тогда найди разговорчивую. По крайней мере, одна его часть. Ну, вторая улетела на Фюре. Не, ну это круто. А как фонарь включать? Вниз. К. Не, ну для... Хорошо. Это неплохо сделали. Это очень круто сделали. Витол стоит. В принципе, нормально. Но нам не сюда. Здесь погрузчики. Подожди, а вот тут вот смотри. С той стороны, где, помнишь, там Ньют. Ага. За ней гонялась чужая. Ага. И вот тут вот сдергивал вот эту хрень. Вон она. То есть ребенок. Да-да-да-да-да. А потом вот отсюда вышла Рипли и сказала, не трогай ее, ты сука. Не, ну это, блин, прикольно, что они вообще так воссоздали все. А вот тот самый шлюз. Историческая
реконструкция. Да-да-да, тот самый. Сейчас такие открываем. Там... Игра окончена. Спасибо. Все свободны. Блин, я только сегодня этот фильм смотрел. Столько воспоминаний. Я вчера вечером пересмотрел. Да вам так хорошо в памяти хоть освежили. Я что-то даже как-то... Мы тебе подскажем еще. Спасибо. Так, фонарик, окей. Так, вроде видно. Хорошо. Личные шкафчики. Ой, как-то тут пыльно. Немножко, да? Так, нет, да, что-то показывает. 9 метров. 7 метров. Да-да-да-да-да. Оно уже внутри периметра. Так, камера гиперсна. Помнишь, вот тут вот кушали они и... И да, и на столе там... Пиши, прикалывался. Интересно, остались следы от ножа? Ну, я думаю, до таких мелочей. Да не, а вдруг? Ну, мало ли, да. Если даже он тут сидел, по-моему. Да, он сидел вот тут. Вон вот там и офицерский Бишоп... стол был. Да-да-да, тут сидели офицеры. Вон дырки, по-моему. Похоже, говорит, она тоже не любит кукурузный хлеб. Да-да-да. Не подходи ко мне. Жуткое пробуждение, ага. Вот в этой лежала Сигру Невуивер. А здесь Фрост. Макс. А здесь Васкис. Говорит, пол ледяной. Может тебе подышать на него? Было бы неплохо сразу. Да-да-да. Нет, я смотрел. Ну что, просто вот ребята попали в детство. Да-да-да-да. То есть все, в принципе, серию вам можно завершать. Это было офигенно. Так, окей. Да, хотя бы за это уже можно многое простить. Ну что? Стоп-э. Такие. Парни, вы за мной? Не страшно, парни. Чё? Мы используем твой труп как прикрытие. Окей. Так, здесь все порвано и вообще карантинная зона. Вообще, нам, я так понимаю, сюда. Сюда. Двери с мигающим красным игроком можно заваривать. О, значит так. Даже. Смотрите на меня. Да хоть предупреждай. Я открываю эту дверь. Офигеть. Так, Артём, вперед. Ты посмотри. Ты же у нас мощный мужчина. Твою мать. Твою мать, да, он читает мои мысли. Освещение в игре упороли, динамического освещения нет. Ну, практически. Блин. Только это тени печально. От персонажей. А вот демку, которую показывали год назад, там график не она офигенно выше. Выглядела, конечно, да. Только посмотри, знаете. Да тут, короче, уже все, уже диагноз ясен. А так. Как это произошло на корабле? Это... А вот я не знаю. Черт, у меня движение в 2 метрах. Ой, блин, эта тварь. Ненавижу. У парня дыра в груди. Да, блин, я ненавижу этих тварей. Лицехватов этих. Маркер идет туда. Обелиск. О. Какой обелиск, ты что? Маркер. Вон товарищ ждет нас. Что с моим ртом? Нас не ждет. Мы туда не пойдем. Я сниму тебя, парень. Достань резак и вытащи меня отсюда! Да сейчас. Я его на. Ой-ой-ой! Парни, прикрываем! Бля, он выскочил, я его вообще не видел. А он у меня не шевелился. Аналогично. Вот за это я и люблю эту игру. Ну, хорошо. Посмотрим. Давай, парень, вылезаем и спасем тебя. Он еще один. Что с твоим ртом? Ой, а там яйца, еще одно закрытое, 2 закрытых. Вот это вот вся атрибутика у него вот на груднике надписи все, как в фильме, все ему сделали. В мультиплеере вроде как это можно кастомизировать все. Ну, скорее всего. Кэмерон вообще жжет. Вот. Ладно. Почему? Я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращайся. Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении. Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. Короче говоря, второй фильм смотрели, после него третий, и несмотря на то, что второй вышел пораньше, намного раньше, да, выглядит, он выглядит гораздо круче. Кэмерон фанатик. Что за камера вообще? Туда снимал. Как из него вылупалась эта хрень.
И она таки вылупилась. Не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Окей. Кейс, постарайся найти Беллу. Так, здесь товарищ тоже вполне себе. А, из него уже вышло. Я вообще надеюсь, что они как-то патчами пофиксят вообще все это дело с врагами. Не знаю, они слишком долго ее делали. Сколько команд ее переделали вообще эту игру? Так а зачем они так сделали ее криво, я не пойму. Не знаю. Хорошо, Кис, веди нас. Их что, кто-то гнал в шею или... То есть, ну, чем-то же они руководствовались, когда выпустили вот это. Нет, когда игру передали студии Gearbox, я подумал, ну окей, братья... А что они еще сделали? Оружие, Borderlands, в принципе, команда неплохая. Halo перевели первое на компьютер, вполне себе круто. Так, лезь. А, свали. Получай. Давай, давай, вали. Ну, с моими навыками стрельбы на геймпаде, в принципе. Я вообще ни в кого не попал. Ну, давай, я вот на данный момент... На данный момент сравниваю ее с Чужими против Хищника 2010 года. Ну да, и как? Ну, могу сказать, что модель повреждений лучше, чем в той игре. Именно у Чужих. Окей. Мне дали достижение. Отстреливаются куски так более прикольно. Но, блин, как-то Чужие там намного круче двигались. И интеллект у них был просто офигенный, как они в темноте там ныкались, это было. Не светло здесь, нет? Светло. Ну, как-то фильтров не хватает. Да. Заген. Ой-ой. Так, ребята, что-то к вам там, товарищ. Ой, кислоты набрызгало. Это мы заново начинаем? Я не понял, честно, что произошло. А, там надо консольку. Давайте там кто-нибудь что-нибудь. Я. Заново. Все, закрылись. Че? Кстати говоря, это... О'Нил, соскучился? Нет, это карта корабля. Черный ящик у нас, 2 минуты. Кейс, лови! Это чё? Понял тебя. Нервничать потом будем. Ну, типа тачскрин, помнишь, у них был такой. Да, да, да. Планшет, да, можно сказать. Это не совсем планшет. Стол майкрософтовский, в общем, за 10 тысяч. Да, да, да. MS Surface. Кто это? Горим. Так, вот, ой, смотри. Ой. Стоять! Еще заметили, что в фильме у автомата было 99 патронов. Да, тут пришло до 40. Может, оно качается как-то потом? Да, в мультиплеере там потом до 60. Почему 99? Не знаю. Ладно, а мы между тем пробиваемся за черным ящиком. И как-то здесь не слишком много. Нет, мы черный ящик мы уже взяли, мы его куда-то отнести должны теперь. А, там, в этой консоли. Да, я его открыл и достал. Здание. Новое звание. Окей. Так, а что там? 156 патронов. Как тут вообще патроны пополнять? Ой-ой-ой. А смотри, прикольно. Мне показалось, или после врагов здесь на самом деле остаются стены. Ой, стены передыры в полу. А ну давай. Да вроде бы да. Нет. Так. Нет, тебе показалось. А где ты? Просто товарищ упал именно. Так, все, понял. Как-то анимация, знаешь, мне напоминает зомби из DayZ. Они такие с места резко взрывались, срывались на бешеной скорости и резко останавливались. В них попасть было как тут примерно. Не исключено. Их слишком много, капитан. Мы все умрем. Магистр Кеноби. Их слишком много тут. Ой, да. Нет, не Кеноби, а Скайуокер. Магистр Скайуокер. Сзади. Нога. Давай, давай, ломай. И там что-то вообще нифига прет. Спас ствола. Ой-ой. Да, офигеть. Может, отходим, а? Нет. Стоим. Это последнее. Закрывайте дверь как-нибудь там. Кто-нибудь. Давай, надо заваривать надо. А, не лезут, они лезут. Надо заваривать, лезут. Заперто. Нормально. Так, хорошо, я хочу на гидравлический погрузчик. У меня 12 погрузчик. Патронов.
Офигенно. Так, 12 патронов на винтовке импульсной? Да. Вот патроны же лежат. Смотри, шлюпки! Твари! Бросаю гранату! Кис, стой! На кой черт ты это сделал? Ну? Что, совсем спятил? Беги к соединителю! Придурок. Мы могли убить твари и улететь. Смотри, тут тоже Бишоп набрызгал, нет? А нет, это тот же самый. Ну как бегать, а? Просто обошли. Бегать, Бишоп левый стик зажать нужно. Бишоп набрызгал, как-то звучит, знаешь, смысленно. Понять не имею о чем-то. Знаю, я все пособирал, никому ничего не оставил. Да-да-да. И тут для каждого свои. Да нет, кстати, по-моему. Вот это мне нравится, в принципе. Вон они сверху прут. Сзади. Ребята, держим. Там. П. Если не пустим за периметр, дадут плюшку. Ой, нифига, ему в рот выстрелил. О! Было круто. Ой, что это было? Кто лежит? Я лежу. Вставай. Вставай. Вольника. У меня привычка после дедспейса бампером правым пользоваться. Смотри, как разлетелся. Хорошая привычка. Дробовик. Самое лучшее решение. Мне понравился. Пистолет вставил. Валим, валим, отходим. Фу, побрызгал как кислоту на вас. Одна здоровье. Одна здоровье? Как-то можно лечить или... Сомневаюсь, кстати говоря. Все, бежим, короче. На соседний, на наш корабль. Валим отсюда. Тут как-то негостеприимно. Чувствую. Так, мы стоим. О, у него внутри. О, придурок. Что ж ты не сказал? Ну, все, у вас тоже пар... сначала стоял он где-то... Секунда три. Нет. Ладно. А лезу, так понимаю, только я. Нет, мы все лезем. Да, просто анимация как бы. Ну, да. Такая, походу, фишка, как с утра Сада Вон. Мы там, ну, вот здесь, да, уместно, по-моему, было бы Quick Time Event сделать для такого более напряженного. Ну, как-то не знаю. Да было бы прикольно. Не додумали они это дело. Но пока что Сулака, даже несмотря на то, что... Мы потеряли черный ящик. Черный ящик потеряли. Он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы. А это уже кое-что да значит. Ага. Если не учитывать упоротую боевку, то... Пока что из-за того, что это именно Сулака. Что произошло, соединители? Ничего хорошего не произошло. Слышь, хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так, ну, конечно, взорвалось. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Хорошо. За мной. Так, ну, Анил, давай открывай. Че он... А, вон, смотри, что он придумал. У него своя система. Ну, я так понял, они не знают вообще, что это такое, что это за чужие, да? То есть они как бы только прилетели и хотят понять, что происходит. Что, кстати, странно, потому что тот корабль, когда летел, им там дали информационные диски с информацией по чужим. Сходи. Закрыть нафиг. Ну да. Так, а что-то пишут? Ничего не пишут. Ничего не пишут. Толково. Карантинная зона. Чуть завариваем. Так, тут что? О, смотри. Тут снимали кинчики. О, это ж... Вам запись. Та самая камера, да? Штука не принадлежала. Нет, это не... Это другая. Вейленд Ютани. Да не быть мне кэпом. Короче, тут снимали порнуху с чужими. Возможно. Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как это было?
Капрал Хикс. Сифора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективы. Патроны взяли тут? Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Где? Нет. Уже нету? Значит, для всех общий. Сифора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Нет. Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Киз? Сифора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. Я вижу. Хорошо. Приятно так-то, да? Так, очень, очень красиво. Похоже, это Белла. Она у нас с ней. Ну, мы поняли, ну. Че у вас там? Вот, короче, вместо этого Анила, наверное, был бы четвертый человек, если бы мы вчетвером играли с кем-то, да? Да мне кажется, что нет. Он как бы сюжетный и развлекает нас потихоньку. А. Окей. Хотя, может, это на самом деле бот. Да ну, вряд ли. Он, не знаю, короче. Просто, по сути, мы все время как бы вчетвером бегаем. Ну, хрен его знает, короче. То с этим Кизом бегали, то теперь с этим Анилом. А нет, сначала мы в шлюз, когда заходили, мы были втроем. Так что, не факт. Ну да, скорее всего, он просто сюжетный. Начинается. Че ж ты побежал-то? Начинается. Нет, я сзади вообще иду. Нет, я этому говорю, Анилу. А. Выбежал. Ой, ой. Начинается такой. Ой. Сумбур. Спокойно, меня сейчас убьют. Кто тебя убьет? О, знаю. Так, мне не очень хорошо, здоровье постепенно, я смотрю. Бывает. Дробовик, по-моему, куда круче. Ух ты, смотри, как он прыгает. Нет, мне нифига не круче. Отпали ты уже, ну. Тут Friendly Fire нету, да? Да, я так понял, потому что я уже сколько через вас стрелял. Ради эксперимента. Мог. Спасибо. Да ладно. Я думаю, что у меня здоровье убавляется. Хоть каждый день. Короче, ходили слухи, что какой-то чувак один из уровней на самой высокой сложности без единого выстрела прошел. То есть, ну, это к... возвращаясь к искусственному интеллекту в игре. Ну, да. Кстати, вы заметили, что центрифуга похожа на таковую в первом Dead Space? Ой, ну нафиг эти центрифуги. А мне, а мне на халфовскую напоминает. Помнишь, там с телепортами было в первом заманок? Ну да. Что-то есть. Ребята, набираем патроны. Так, Макс, у тебя есть патроны? А, мне добавляется. Тут, наверное, кто-то берет, а всем добавляют. Окей. Так, я взял. И почему у нас аптечки. Почему такие переходы происходят, я не помню. То есть, если кто-то подходит сюда, к какому-то важному сюжетному заданию, то остальные перемещаются, я так понимаю. Подобное было в шестом резике. Ну и система коопа тут также сделана, как и в шестом резике. Так, ну, это мой... И потом... Какой еще люркер? Да умри. Так, ну чё? Так, ладно. Вот оно, новое звание 2. Офигеть. Аудиозапись. Что за эксперимент у них вообще был? Ну, короче, компания опять. Вейланд Титания. Да, да, да. Не, ну, блин, вот эти камеры и все остальное, естественно, неспроста там стояли. Понятное дело, что они специально заражали людей. А что они делали на Сулака, если мы только прилетели? Это, конечно, интересный вопрос. Я не знаю, может, поставили такие, мало ли там. Ладно. Короче, не все понятно пока что. Да, я думаю, приснится. Будем надеяться. Так, лей. Блин, вот это прикольно вылез.
Спокойно. Хорош. Графика выглядит вот как будто из нее взяли, так вот и... Ух ты, что там такое? Вырезали часть эффектов. То есть так проплавлено. Деревиновато, да, такая. Да, да, местами на пластмассу. Не хватает. Вообще, я не помню, зачем ее такую сырую выпустили. Я думаю, какие-нибудь умельцы, типа там ENB, всякие ежи, которые улучшают графику, быстро постараются, по крайней мере, на ПК. Да, мне кажется, ее просто потом патчами залечат и все. Ну блин, ну как? Да, смотри, здесь жетон. Я подобрал. Рядовой мур. В ходе игры вы можете разыскивать особые находки, оружие героев фильма «Чужие», жетоны морпехов и аудиозаписи. Чтобы узнать, как продвигается сбор таких находок, нажмите и удерживайте «Бэк». Отлично. Вы тоже взяли или я взял, у вас пропало? Хорошо. Ладно-то, давайте обмениваться такой информацией. Лезут касатики. О, Нил вообще без тормозов. Он нас, похоже, во все проблемы и будет. Работа у него такая, проблема нам создала. В каждой жопе будет вина. Так, откуда ты взялся? Сверху слез. Они лезут по стенам, по стенам. Да-да-да. Не забывайте, что у нас есть подсолник. Чужие очень любят это дело. Ну, я уже даже и воспользовался. Успел воспользоваться. В коридоре. Короче, мы, я так понимаю, сейчас стараемся... Добраться до грузового отсека и помочь с эвакуацией. Что ж ты, скотина, делаешь? Ох, мне нехорошо. Ну, в принципе, сейчас пройдет. Сейчас, да, это пройдет. Это первые 3 года. Ну да. Потом. Меня задавил. А у кого такой лазерный прицел? У всех. Меня. У меня нет. Нифига, у меня тоже нет. А где ты его взял? Ага, ты его взял. А где это ты его взял? Это я в мультиплеере бегал, открыл. Понятно. Так, а тут что? А там что? А куда ты пошел? Почему туда? Здесь дробовик Хиггса я взял. Потому что он Хиггса. Ой, я пошел дальше. Ладно, пойду тоже возьму дробовик Хиггса. Это когда им сказали разоружиться, он такой... Он мне говорит, вот что припасено. Потертый такой весь. Угу. Куда у Нила опять утерся? Он пошел на выход. Он говорит, прикрой, я открою дверь. Окей, никто не прикрывает вообще. Ой-ой-ой. Не-не-не, он вон как. Нам нужно туда бежать. Подожди, куда он подевался? О, нет. Нил, мать твою, за ночь. Все, я понял, где он пошел. Это то, что там было. Сзади! Скотобаза, ты посмотри, лезут отовсюду. О'Нил! Вот, О'Нил, покажись! Где-то. Ой, лезут. Подожди, куда мы переместились? Ай, сзади. Где? Вы где? Да не-не, все, идем. Куда вы? Где этот упоротый парень? Ой! Ва! Давай. Так, он с той стороны, нам надо пересечь. Да, это понятно. Поручает. Короче, он уже открыл. Надо выкуриваться отсюда. Да, потому что они лезут и лезут. Так, это у нас что такое, вентиляция? Ой, ну, он, типа. Мать. Блин, что ты так выпрыгиваешь на экран? Я ж пугаюсь. О, Нил, подожди, не беги вперед. Сейчас он опять будет открывать, а мы... Будем держать этот коридор, походу. Мы телепортируемся. Ух ты, у меня 2 дробовика. Везет. Надо было взять вместо одного, наверное, винтовку все-таки. Что-то я не то поменял. Аналогично. Все, походу, сделали ту же ошибку. Да. Просто, о, дробовик Хиггса. Плевать вообще на винтовку, на все остальное. Так. Куда? Что он делает, что он замер? А, надо было идти, просто понятно. Блин, как обычно. Не очевидно. Или как обычно у нас. О, полезли. На. Сулако, мы прибыли в первый грузовой отсек. Если я смотрю. Центр управления, откроем прибыли. Дверь и выбросим эту дверь в космос. Какую еще? Бред? Ничего не делай без меня. Б-02. Он не уже тут.
Куда я не пойду, он уже там стоит. Везде у него. О, лезут. Не, а, вон сверху, да. Ребята. Димон играет в Skyrim. Везет. Так, хорошо. Нормально так. Блин, я хотел переключиться на винтовку. Как-то. И что же тебе мешает? Что-то не вышло. Ой-ой, сзади. Вот мне один раз получилось, типа, попасть, видимо, по квиктайму ивенту. У тебя ему, получается, в рот пистолет вставил и выстрелил. Да-да-да, бывает такое. Как круто. Сейчас полезет. Ну, звук мне нравится вообще в игре. Звук хороший. Заходите, тут готовы уже. Они именно лезут, вот лезут. Такой, как в фильме. Давай. Макс, давай. За тобой там целая делегация. А тут с стиками бегать. Как закрыть? Ладно, понял. Унил, унил, закрой дверь. Дверь закрой! Подожди, там наш остался. Заходи, заходи, давай. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Ой, они там беснуются вообще. Смотри, лезет, да? Да. Вот, он головой стучится. Как убьет? Он такой, слышь, чё? Ой, её запаять надо, наверное. Не-не-не, тут надо что-то закрыть, двери. А, шлюз открыть, походу, в космос вообще. Да вы чё, серьезно что ли? Да. О, погнали. До свидания. Так что поторопитесь. Да. Это было. Вот это мягко. Что там про кофе? Говорит, да чтоб мне в кофе нассали. Нормально. Неплохо залетело так. Да ты же почти мертвый, считай. Ей тоже уже там лицехват пробовал. Да, я не хочу на борт этот корабль. Фу, хорошо. Короче, вот такая вот миссия. Такая вот миссия и, в принципе, что? Вот такая вот серия. Так, что-то, короче, надавали кучу опыта, непонятно пока куда все это тратить, но я думаю, дальше разберемся, да? Ну, конечно, да. Так, у меня есть выйти из игры, это, наверное, мы следующую миссию просто отбирать будем в меню. Нет, я думаю, сейчас просто начнем следующую миссию, там уже закончим. Окей, что, давайте тогда завершать с почином, как говорится. Ну да, вы понимаете, что это будет не какое-то там дико атмосферное прохождение, потому что да. Тут типа не получится. Ну, игра, честно, сложали. Очень сильно сложали, очень много в ней вообще разочаровало, но я думаю. Но мы просто ради... должны ее пройти. Чисто да, ради сюжета, ради вот именно. Посмотреть на пехотинцев, на чужих, на все, что там было. Посмотрим, в общем. Прощаемся. Да, давайте на этом попрощаемся и увидимся в следующих сериях. С вами были Артём, Макс и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока. До свидания.